Они думают, ты забыл. Они думают, ты забил. Напомни им, напомни всем! Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин, и это интро-топ номер 5. А теперь, как обычно, пробежим по основным правилам. Во-первых, вы можете предлагать интро из сериалов, мультсериалов, аниме-сериалов или ситкомов. Во-вторых, с одного человека одно предложенное интро на выпуск. В-третьих, предложения принимаются только из последнего вышедшего интро-топа. Четвертое. Если интро уже было, то предлагайте другое. Пятое. Интро мы целиком не смотрим. Сами понимаете, авторские права. Ну и напоследок, не сколько правила, сколько условность. Места здесь не расставлены от лучшего к худшему. И наоборот. Считайте это просто списком. Списком вашей годноты. И я заранее прошу прощения, если я назову ваш ник неправильно. Окей, хватит болтать. Погнали. И под номером один. Брутальность. Красота. И аниме Джо-Джо. Пятый сезон. А за интро спасибо мистеру Нагибатору. Номер 2 и сериал, покоривший всех задротов. Теория большого взрыва. Дарина Сушилова, спасибо за интро. Услышав интро под номером 3, просто невозможно сдержаться и не подпеть. Тайны Смолвиля. Антон Чаусов от истинного фаната DC, спасибо за предложенное интро. Под номером 4 мы слегка окунемся в родословную. Ну а за интро спасибо Ефросинии Батьковне. Ну а вместе с номером 5 мы отправляемся в крайний космос. Айбар Абуов, спасибо тебе за предложенное интро. Надевайте броню и готовьте оружие. Под номером 6 у нас викинги. Арн, спасибо тебе за предложенное интро. А под номером 7 нас ждет целая планета. Механическая планета. Ну или заводная планета, кому как удобней. Сердце ровно, игулка стучит, бьется под механический ритм. И завтрашний день нас с тобой судьба ведет. Фокс 2099, спасибо за предложенное интро. Чем я поняла, о чем этот стук, не покидай меня, молю. Под номером 8 нас ждет человек, который хоть и не повар, но все же варит он лучше всех. Во все тяжкие. Вася Панкович, спасибо тебе за предложенное интро. Я же прав, Волтер? Ты, сука, прав. И вновь готовим оружие. Только теперь виртуальное, ведь под номером 9 у нас «Мастера меча онлайн». Спасибо Александру Кирикову за предложенное интро. Ну и на 10-м месте нас ждет сам он. Князь тьмы. Эльвин Ферманов, конечно же, спасибо тебе за предложенное интро. Дорогие друзья, а на этом у нас все.
Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно предлагайте в комментариях ваши любимые интро. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а в описании вы найдете ссылки на full интро, а также вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Twitch, где мы иногда что-нибудь смотрим или во что-нибудь играем. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и только годных вам интро. Пока! Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать! Дорогие друзья, всем привет и добро... Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал!